что весна приходит, а осень подкрадывается, незаметно. Наверное, это потому, что после долгих зимних месяцев весна желанна и ожидаема. Весна символизирует скорое начало лета. Люди, словно пробудившиеся после зимней спячки медведи, разбредаются кто куда. Кто-то спешит отметить начало нового сезона ароматным шашлычком в компании друзей, а кто-то торопливо возделывает землю на своем дачном участке под будущие насаждения. Как говорится, день год кормит. Лето с весной пролетят быстро, а там и осень незаметно подкрадется. Для меня же весна в этом году пришла как-то неожиданно. Не то чтобы я ее не ждал. Среди рутины дел и повседневных забот я и не заметил, как цифры на апрельской страничке отрывного календаря перевалили за 20. По-прежнему тянуло в горы, несмотря на то, что совсем недавно состоялось восхождение на самую верхнюю точку горы Сорокина. На сегодня маршрут был выбран автомобильный, проходящий давно заброшенными и местами заросшими дорогами по хребтам горных цепей, живописно тянущихся бесконечными змейками далеко за горизонт. В лагах и на притененных сторонах хребтов все еще лежит снег, уплотнившийся до такой степени, что легко выдерживает вес снаряженного автомобиля. Обычно в таких местах снежные проплешины лежат весь май, а порой еще дольше. Совсем рядом из сухой травы пробиваются апрельские первоцветы, прострел раскрытый или сон трава и различные виды подснежников. Укрепить здоровье поможет лук-слезун, который ценится за высокие лекарственные и медоносные свойства. Свое название это многолетнее травянистое растение получило от капель жидкости, выделяющихся при срезке листьев слезуна и очень напоминающих слезы. Щедра матушка природа на витамины, в буквальном смысле слова растущие под ногами. Бери, поправляй свое здоровье, только не жадничай, возьми сколько съешь. Красиво в горах. Весной эта красота видится по-особенному. Быть может от того, что после однообразия зимних пейзажей глаз цепляется за новые цвета красок, которыми невидимый художник, не торопясь, разукрашивает все вокруг. Постепенно исчезают белые проплешины снега с макушек гор, зеленеют луга, поля и рощи. Шумно журчат многочисленные ручейки, словно перекликаясь между собой в поисках маломальской речушки. Под ногами армия первоцветов, окружившая кусты шиповника и карагайника. Недолго стоять им под теплым солнышком, короток их жизненный путь. Уже через месяц сбросят они свои нарядные головные уборы и станут ничем не приметной зеленой травкой. На фоне этой нерукотворной красоты, широко раскинув свои ноги, обутые в металлические башмаки, футуристично расположилась железобетонная рогатина, на которой давно поселился то ли мох, то ли лишайник. Интересно, каким ветром ее сюда занесло, ведь рядом нет даже намека на присутствие человека. Покрутившись вокруг этого бетонного великана, продолжаю дальнейший путь, часто пристально вглядываясь вперед в поисках дороги, которую давно заменили многочисленные конные тропы. Часто сворачиваю не туда и приходится возвращаться назад. Единственным ориентиром остаются точки в бортовом навигаторе, да, пожалуй, остатки промятой колесами колеи, сплошь заросшей зеленым ковром. А еще очень часто приходилось останавливаться, да и как не остановиться перед такой красотой, которая, говоря современным сленгом, ненавязчиво очищает оперативную память от груза повседневных задач и бытовой суеты. На одной из таких остановок я познакомился с Сериком, или Сергеем, как он предложил себя называть. У Серика с братом небольшое хозяйство в живописном лагу, табун лошадей, за которым он день ото дня присматривает, верхом на любимом жеребце собирая разбредшихся лошадок по сопкам и хребтам. Это его лошадки попали в объектив камеры в начале пути. Целый час проговорили мы с ним. Говорили обо всем. О жизни, справедливости, о честно заработанном хлебе, о человеке и природе, о женщинах. Сам Серик вырос в Феклистовке, поэтому природа для него – это родная стихия, а лошади – любимое дело и честный заработок. К сожалению, отказался он сняться на камеру, но номерами телефонов мы обменялись. Быть может, это не последняя наша встреча.
Проплывавшие в небе облака, чем-то похожие на большие куски ваты, напомнили о том, что пора бы двигаться дальше. Пока дорога была относительно несложной, но кто знает, что ждет впереди. Поворачивать назад очень не хотелось, да и после парочки крутых спусков, заросших карагайником и покрытых снегом, пути отступления были отрезаны. Тем более, впереди завиднелось знакомое русло горной реки, а значит и асфальт рядом. Время я старался растягивать, смаковать, разглядывая ближайшие хребты в бинокль, чтобы оценить предстоящую дорогу, смотрел на часы, чтобы выкроить полчаса и в очередной раз полюбоваться горными пейзажами, запечатлеть все это на камеру. Когда еще смогу я сюда вернуться? Застрял. Казалось бы, небольшой заснеженный участок, проскочу. Но парочка допущенных ошибок, и нас порван. Машина закопалась и села на брюхо. Не беда. Расчехляю лопату. Часто вдыхая свежий и отчего-то вкусный горный воздух, весело орудую незаменимым в пути инструментом. На душе безмятежно и спокойно. Такое чувство, будто с каждым взмахом лопаты в сторону отлетает незалежавшийся снег, а ворох тех проблем и забот, что накопились за долгую зиму. В голове звучат слова сегодняшнего разговора с моим новым знакомым. О справедливости, о честно заработанном хлебе, о природе и человеке. Такие простые, на первый взгляд, вещи здесь обретают совершенно иной смысл. На очередном перевале устраиваю небольшой привал. Маршрут почти пройден. Отсюда в бинокль уже виднеется дорога и медленно ползущие по ней едва заметные автомобили. Осталось преодолеть пару спусков и найти объезд очередного снежного участка, уклон на котором довольно опасен. Если снесет, то лететь вниз долго, а обратно уже не выкарабкаться. Как говорят в альпинизме, ошибок горы не прощают. Своей заманчивой красотой они могут сбить с верного пути, заставить совершать ошибки. А как известно, коварны горы не своей высотой. Горячий чаек с каждым глотком наполнял тело новыми силами. Вглядываясь вдаль, уже ни о чем не думалось, не осталось никаких мыслей. Голова будто бы наполнилась теми пушистыми облаками, которые плывут по небу. Хотелось просто дышать и смотреть вдаль, на проплывающие в небе облака, отбрасывающие тени, бегущие вслед за ними, на оставшуюся позади дорогу, когда-то и кем-то проложенную по хребтам и лагам. Красиво в горах.
Вон виднеется пасущийся на полянке скот, коровы и лошадки. Где-то там в лагу держит небольшое хозяйство Серик со своим братом. Каждый день верхом на любимом жеребце собирает он разбредшихся лошадей по сопкам и хребтам, а вечером пьет парное молочко. Так немного нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым. И счастье это не в благах цивилизации и техническом прогрессе. Счастье в простых вещах и моментах, доступных каждому. Подходит к концу сегодняшняя поездка. Задуматься, ведь столько лет живу в Восточном Казахстане и только сегодня побывал в местах, где никогда не был. А сколько их еще, этих мест, каждая из которых чем-то по-своему уникальна. Лет через 10 наверняка не отыскать будет той забытой дороги, по которой мне посчастливилось проехать сегодня. Вода и ветер сделают свое дело. Захочу ли вернуться сюда вновь? Несомненно. Люблю такие места, которые дают намного больше, чем ты от них ожидаешь. А сегодня это еще и новая встреча и знакомство с человеком, влюбленным в то, что он делает, честно зарабатывая свой хлеб и наслаждаясь каждым днем, проведенным в горах верхом на любимом жеребце.